Абдулбатах Амирханов исполнил мечты детей. Председатель правительства Дагестана поздравил их с наступающим праздником и вручил подарки, которые они попросили в рамках акции «Елка желаний». Так, 8-летняя Айша Алиева и 9-летний Гасан Дарсамов получили заветные планшеты, а 10-летний Раджаб Амиров – ноутбук. Отмечу, что благодаря участию в акции членов правительства республики 43 ребенка получат перед Новым годом долгожданные подарки.